Только посмотри, что с тобой стало. Крыса в пустыне. Посмотри, чего я достиг. Я пришел, чтобы убить тебя, но... Может быть, было бы лучше оставить тебя гнить здесь, в собственном убожестве. Если твоя сила в способности отнять чью-то жизнь, в жажде к власти, тогда у тебя ничего не осталось. А что есть у тебя?! Зачем ты пришел сюда? Ведь не для того, чтобы спрятаться, должно быть. У тебя есть какая-то цель. Быть может, защитить что-то? Нет, защитить кого-то. Скажи мне, он избранный? Да. Он обязательно отомстит за нас.